в сторону женщины сзади пионерка то есть фигура красивая на лицо пенсионерка как помочь себе выглядеть соответственно с фигурой крема маски использую хочется выглядеть безупречно но возраст берет свое долгое время использую мантру в полнолуние чандрая мах спасибо вам большое низкий поклон вам за то что вы для нас делаете как бы человек не убегал от возраста избавиться от него невозможно что может разгладить человеку лицо, есть ли такие методы, которые могут разгладить? Есть такие методы. Первый метод необходимо обязательно набрать вес. Чем худее человек, тем взрослее его лицо. Второе необходимо стимулировать мышечные ткани. Для этого необходима зарядка. Дальше. Миомассажеры, то есть делать какие-то гимнастические упражнения, чтобы мышцы на щеках были у вас э, напряжены или делать какие-то элементы напряжения. Дальше из продуктов питания как можно больше кислой и э, кисло-соленой пищи. Обязательно еду начинайте с кислого огурца, кислого помидора, кислой капусты. Вот так. Обязательно много ешьте там моцареллы, творога, вот такой вот кислой пищи. Она очень улучшает человеку внешний вид. Есть калиновые маски, они высветляют кожу и делают ее, подтягивая ее. Из народных таких рецептов очень помогает, говорят так, очень помогает корень белой акации. Если взять корень белой акации, высушить выстругать из него древесину и измельчить ее, и пить из нее чая делать примочки из этого чая на лицо, то вот такая древесина очень восстанавливает, омолаживает кожу и омолаживает, убирая у человека годы, которые внешне очень сказываются на лице. Также еще один нюанс. Лицо человека, который становится старше, очень похоже на лицо плачущего человека. Почему так Бог пошутил? Он делает человека старым и ставит отпечаток горестных событий его прожитой жизни. Ну и, конечно же, одна из идей таких, она заключается вот в чем. Если человек не горюет, не вспоминает прошлого, а каждый день старается как можно больше хохотать и радоваться, то у него может появиться совершенно другое лицо доказательства. Это не мои слова, это слова, которые в свою очередь когда-то говорил Девраха Баба. А это человек, который прожил 250 лет, узнайте о нем в интернете. Это не обман.